Администрация Сыктывдинского района определилась, когда наконец установит освещение по дороге в сторону местечка Юлиаты. Это период между 2019 и 2020 годом. Об этом со ссылкой на власти муниципалитета сообщают наши коллеги из газеты «Прогород». Особенность места заключается в опасности для передвижения пешеходов. Одному из них 14 февраля это едва не стоило жизни. В кромешной тьме водитель автомобиля заметил мужчину, который оказался по центру полосы, только в самый последний момент. Пострадавший, конечно, отделался незначительными травмами и отчасти был сам виноват в случившемся, но факт освещенности трассы возмутил всех, кто видел этот ролик.